Всем здрасте! Рад приветствовать на другой жизни. Продолжаются разведывательные операции лесов вдоль одной интересной старой реки. Заехали еще глубже сегодня. Еще, наверное, на полкилометра углубились. Здесь заросляги за нашей спиной, а вот там лес начинается. Вот дальше пошла река. Сейчас дальше там будем смотреть. Вчера я застал лес, сами видели, в прошлом ролике. Было только 3 находочки, но зачетные находочки. Кстати говоря, на перстеньке нарисован маленький замок. Видели, наверное, скорее всего, фотка была. Ну так, на всякий случай еще раз расскажу. Маленький замок такой, с этим, с флюгером, с такими стрелочками, как будто башенки. Прикольный, старый. Вот. Ну и серебро выстрелило вчера замечательно. Сегодня ночью был... Да, сегодня ночью был дождь, сыро. Вот. Может, к серебру опять. Посмотрим. Ладно, пьем брусничный чай и выдвигаемся. Ой, вкусненько. Кончился у нас. У меня был мешок полукилограммовый с собой. Ну, не с собой, а здесь, в деревне. Да закажу. Не закажу, точнее, у меня есть магазинчик, там чайный у них есть. Можно и самим, на самом деле, надрать, но в этом году что-то мы про... Нет. Мы про это самое, профукали момент с брусникой в этом году, поэтому приходится покупать. Вот, ладненько. Двигаемся в лес. Посмотрим, что там будет. Вам покажем, вы погуляете по чудесному осеннему, уже ноябрь. Сегодня что у нас? 2 ноября. Погуляйте с нами по чудесному ноябрьскому лесу. Лес, кстати, уже этот ржавый такой, уже не золотая осень, а ржавая уже такая вот. Уже и прохладно стало. Вот, ладно, двигаемся. Мы не ищем легких путей. Вон дальние березы, вот это болото. А нам его никак не обойти. Короче, со всем патриотическим им романтизмом катушку сломала. А ты не брал? Брал. Наверное. Или не брал. Не знаю. Уши я сломала. Уши? Вот это беда. Так, ладно. Сейчас будем что-то думать. Починили в походных Кривоват. Условиях. Я говорю, что же нам делать без синей изоленты? Я говорю, ребят, носите ее всегда с собой. Я вот ее, к сожалению, выложил в рулон. Я говорю, 2 года таскал, не нужна была. Сейчас почему потом... нужна была? Я же локоть тогда на терке прикрутил. А, ну это давно уж был. Тут какие. Вот. Слава богу, на ручке был, на тракторе. О, починились. У нас, правда, еще веревочек всяких херово туча по карманам растолкано. Уж слишком обломно чапать обратно. А нам, в принципе, вот сюда надо. Да, болото такое. Оно не очень глубокое, но такое оно. Ты тонешь там, прилипаешь. Няша, короче говоря. Вот. Вот, короче, сюда нам. Смотрите, какая фактура. Нос, глаза, из глаз рога. Такой товарищ интересный. Так, первый. Нету, да? Первый сигнал. К сожалению, обломочек крестика. Такой вот. Больше пока ничего нет. Мусора, кстати, тоже. Мусора нет вообще. Черные есть сигналы, мусора нет. О! И замолчала. А, и замолчала. Как на нее камеру, так она молчит. О, короче, сползали вот в этот дальний. Здесь тишина. Ну вот, единственный. А, ну крестик люб подняла. Ну, это обломок. Обломок. И сохран, я думаю, будет охерительный. Да, в общем-то, неплохой. Ну, просто он на рост. Песок. Но она сама по себе заезжена. Год рассмотреть я не... Ну, она в наростах, не отдирай потом ее. В Андрюхином отмочим. В Андрюхе отмочим. В Андрюхе, да. Все будет хорошо. Да не, она живет. Николаевский форматик.
Да, живет. И дом. Потому что рельеф очень хороший. И здесь такой прогал. Там деревня, да. Вот и там еще даже что-то существует. Еще очень даже неплохо. Ну, хоть не зря сюда сползали. Вот следующий лесок, мы через него проходили, там есть пятачок с черниной, большой достаточно. Мы что-то тупанули, пока сюда лезли, не проверили, что за чернина. Вернемся. Вернемся, да. Ладно, монетку забираем, хоть не зря сползали. Вот сидим мы. Чайку попиваем. На лесной заваленке. И думаем. По крайней мере, понятно. Это что такое-то? А сидим мы на том самом месте, что я вам сейчас в ролике говорил, где железо рассыпано много. Короче, гвозди это разные, разнообразные. Причем от советских, да, кованых. Есть такая у меня мысль, может быть, здесь какая-то кормушка стояла. Лоси. Ну, что-то какой-то деревянный. Что вот, вот пятак, наверное, метров сколько? Метров 20, наверное, квадратных. Все, в принципе, усеяно. Но мы сейчас чай попьем, еще, конечно, парочку копнем, пойдем опять в ту сторону. Есть у нас мысли еще куда залезть. Там примерно понятно, что где Николашка была, там, скорее всего, шла дорога, потому что я по ней прошел. Дальше начинается зелень. Зато понятно, почему все деревни стоят достаточно далеко, на большом удалении от реки. Ну да. Склон очень плавно спускается и в большинстве своем заболочен. Русло, скорее всего, было выше. Выше, да. В то время. А вот эти штуки как раз были берегами, вот где мы ходим. И достаточно такими. Речка-то, она своеобразная идет. У нее тут прям несколькими этими. Она в несколько рукавов раскладывается. И старится, и не старится. Тут не разберешься сейчас в траве, где чего. Дай. Вот, так нам что бы сейчас... вот эту болотину обойти, а потом еще вторую. А мы ее сейчас вон там обойдем. Через болото мы вторую катушку сломаем. В общем-то, это не очень охота. Да, придется покупать снайперку. Да нет, снайперку все равно покупать будем. Да это я припаяю. Главное понять, что за пластик. Ребят, какой пластик на катушках? Кто разбирается? Нет, марка пластика имеется в виду. АБС, полиэтилен, пенопропилен. Какой он там? Надо почитать, там, в принципе, теоретически должны писать, но не везде. Наверное. Потому что если знать пластик, то появится совершенно спокойно. Вот. Ладно, чаю попили, сейчас пойдем. Угу. Изолента наша все. Ну что, переехали мы на любимые полянки походить часок перед домом. Монетку дали. Лучше бы не давали. Ух ты, ё-что моё. Я не знаю. Ну, по размеру капуста. Ну, по бабку тоже похож капуста. Сейчас. Ну вот, кстати, под эксперименты в окислах. А вот ты посмотри, какая глубинища. Глубинища пипец. Штыка полтора, наверное. То есть я штык вынул, оно дальше било. Прямо в середине, но оно лежало плашмя очень глубоко. Странно. Земля влажная. Проводимость. Так, друзья мои. День второй. Подходит к концу наши выходные. Вчера вымок. В итоге вот после этих похождений на болоте, вот единственную монетку мы подняли. И все, поднялся ветер, мы уехали. Горло болит, поднадуло, конечно, мы мокрящие вчера были. Приехали сюда же,
на эти полянки. У нас сегодня 3 часика до темноты. Завтра утром, к сожалению, уезжать в Москву. Вот. Но это ненадолго. В выходные, в субботу, наверное, с ребятами куда-нибудь двинем. Димыч, Саня, привет. Пламенный. Вот. Надо уже начинать осенние похождения. Вот здесь сейчас походим, может, найдем, не знаю. Здесь вообще и чешуя попадается, и чешуя. Медь здесь, к сожалению, будет убитая. Посмотрим, что будет. Вот. Переключаемся, смотрим, а вот показываю. Там Люба что-то копает. Так, за ветер сразу извиняюсь, стараюсь прикрыть. Ну, здесь все что угодно. 20 копеек. 20 копеечек. Ну, биты. Тут, конечно, серебришко бы дать. Фу, дать, найти. Че? Мусор? Понятно. Так, перебрались на это поле. Здесь, конечно, дует поменьше. Ты ноябрь. Убитый совет. Вот что, редко такой встречается. Треха, но ей очень плохо. Да-да-да. Так, ладно, сейчас вниз туда пойдем. Ей как-то совсем плохо. Черт тебя знает, может отмоется. Она уже поздняя, 49-й похож. Ну ей как-то совсем плохо. Здесь 49-й, там 1350 какой-то. Не там, кстати, вот здесь, в середине. Так, мертвая империя на эксперименты. Фиг знает, что это. Какая-то монетка. Вот ямка у меня. Видите, раз, два, вот кроты накопали. Прям сейчас сверху сигнал. Вытащил. Вытащил. С глубины, жаль, не целая. Перстенек сломанный под камушек. А половину, наверное, с собой утащил. Туда, в землю. А у нас продолжают лезть зеленые кружочки. Хрен поймешь. Да, Александр, капусточка. Ну, по форм-фактору. Но они все на эксперименты, да. Вот. А мы идем вот к той горе. Там посмотрим. Там крестов много было. Одно время. Может, там на Пасху. Это деньга. Деньга, да? Видно? Яйца катают. Катали. Или какие-нибудь кулачные бои были. Деньга это. Ну, деньга и деньга. Ну, эксперименты берем. Что им? Судя по орлу, это деньга. Что им валяться-то? Там не орел, а это змей с крыльями. Змей Горыныч. О, вороны над нами потешаются. Точнее, вороны. Вон полетели два. Был у меня сигнальчик. Крестик-лепесточек. Ну, сегодня такие обычные находочки. К сожалению, под убитой. Ну и мальки сохранились. Следующая монетка на эксперименты. Верховая. Это какая пуговица. Сейчас. Только что без рисунка. Сейчас, сейчас, сейчас. Верховая полушечка. Пуговица, обтерлась, да, но с надписью, но гладенькая. Охренительная. Посеребрённая. А внутри-то ничего не написано? Там внутри есть надписи, но они грязные. Бухи, не бухи. А потом. Потом посмотрим. Так, все-таки мы ее названили. Причем опять кротовая ямка, вторая кротовая ямка. Без прибора, без ничего. Прибор, когда вот, ну так, если кто не в курсе, если начинает двоить, вот это верховые сигналы. Там пином, бум. И вот она родимая. Чья? Не видно. Пойму. Давай на камеру посмотрим. Клади. Ну то, что уже московская. Ну понятно, что не удел. Сейчас. Оп. Ёлки-палки, а кто это? Что? Князь великий. А переверни-ка ее. Вверх ногами, что ли? Нет, на другую сторону.
А на другую там московка. Черт тебя знает, кто это. Чуть не пойму я. Ну, вон она. Ну, поздно. А что это такая буква-то странная? А была такая. М с кружочком? Да. При Грозном такая была. Ну, князь Федор Михайлович. Черт их знает. Ладно, это хорошо. Крупненькая, приятная. Ну что, ребята, нагулялись, надышались, набродились. Темнотища. Время 5 часов, а уже темно. Причем напрочь. Камера осветляет. Чешуйку нам сегодня дали. Мы рады. Ну, в принципе, так поднасобирали всякой чехарды. Ладно, спасибо, что традиционно с нами гуляли. Вот, подписывайся. Ой, подписывайтесь. Ставьте пальчики. Делитесь видосиками. Ну, короче, все ритуалы на этом темном таком моменте. Всем здоровья и пока!